Продолжаем выпуск. Прививок хватит на всех запорожских детей. В городском управлении здравоохранения заверяют, несмотря на перебои с поставками препаратов, вакцинация пройдет в полном объеме. И подчеркивают, сейчас самое время для необязательных, но актуальных прививок от гриппа. Причина перебоев с поставками вакцин в Запорожье, говорят в Горздраве, запоздалое принятие бюджета страны. Соответственно, затянулись и сроки проведения тендеров. Результат – вакцины поступают небольшими партиями и с небольшим опозданием. Именно поэтому запорожские родители как никогда часто слышат – сейчас вакцины нет. Но, как подчеркивает главный педиатр города, несмотря на это, прививают всех без исключения. Вот эти перебои, которые мы ощущаем на сегодня, они не приводят к тому, что совсем дети у нас не привиты. Выходят из положения по-разному. Либо приходится выбиться из календаря прививок, либо родители покупают вакцины на коммерческих основаниях. В любом случае, обязательный объем вакцинации выполняется. Если есть возможность, то лучше, конечно же, сделать прививку строго в сроки, обозначенные календарем. Но и в противном случае риска особого нет. Можно спокойно дождаться госпоставки. Они, по сути, 2-3 недели не несут никаких серьезных последствий между прививочками, между инъекциями, да, в календаре. Нет. И еще сейчас самое время подумать о необязательной, но целесообразной прививке от гриппа. Первую волну заболеваемости медики ждут в декабре. Потому, сделав такую прививку сегодня, можно застраховать ребенка как минимум от тяжелого течения серьезного заболевания. Обойтись одна вакцина от гриппа для ребенка запорожской семье может в сумму порядка 100 гривен, говорят в Горздраве.